Поводок. Сейчас присоединим. Что ты сделал, я даже не заметил. Че? Как ты так быстро сделал? Петлю сделал, не садил. А, это отключилось. Кто? Вот эта петля. Бывает. Чего бывает? Да, Сереж, а? У меня поклевка. А, ты забывает? Какая-то мелочь клюет, блин. О. Блин, подсака нету. Там рыба. Ну, я вижу. Она уже почему снялась. Ага. Да. О, там больно. Не червя? Ну, а мне какой-то пенопласт пойдет. Хоть води, ну, червя. Паш, не просто течет, а ты рыбу ему или его сдал. Это полёт. Это маленький. А это вообще белоглазка. Белоглазка, глаза такие большие. И этот задний плавник еще такой большой. Сидит, говорю. И тут там, блядь, и сразу на две. Как так, блядь? Иди помогай. Потому что ты поймал одного за хвост, а другого. Конечно, есть. Вещара. А? Хотя я бы не сказал, что вещара, ну ладно. Тоже неплохо. Не выбрасывай. Я все, говорит, не выбрасывай. У меня тут второй сидит, смотри.
пошла. О, смотри, 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 Варя. Адош. Снимаешь? Снимаешь? Да что там снимаешь? Он тянет. Хороший боберчик. О, как он, а? Как он, а? Не хочет никак сдаваться. Бри-бри. Здоровый такой. Ох, ох, ох. Это ты правда, Леша. Подсадь сзади. Ну выкинь его, да вот, выкинь. Кто-то уже высадил. Эй. Что, побег? Да. Как там? Подсадь нужен? Вроде все снял, кстати. У тебя больно удилище мощное. Удилище мощное. Мощное, конечно. Крокодайл. На дальний заброс. Что, плохо, что ли? Хороший заброс. Хорош. Профессиональный. Ну, учитесь. Давай. Ну это носит, да, опять же. Да нормально, нормально. Вот так. Теперь веточку. О! Ты поэтому это ориентируешься по, да, поклевке? Конечно, как же. Не, что-то упирается. Что-то упирается. Лапечка хорошая, да? Подлещик. А, подлещик. Пойдет. На жарку? На соулку. Солить будем и пиво пить. Пойдет? Кстати, это, наверное, карпик даже. Слушай, не карась. Или посмотри. Да нет, карась. Карась? Карась, речной карась. Ну ты вообще. Вот это деда Сережа даю, вот. Как так? Ну он привык караси ловить на этом, на Степанчиковом пруду. Они меня уже, да, искали здесь. Он теперь, короче, по карасям спец. Карась, ты хороший. Не выбрасывай. Не отпускай так. Че ты там самое? Дай фото на память сделай. Баба Валь любит карасей таких. Ты что, с Москвы реки будешь Баба Валь-то? А что, мы сейчас поедем, проверим в лабораторию. Можно здесь, нет?
сорвет. Ничего, ничего. Видел, через спину садил, сразу поклевку. О чем ты говорил? Работает кормушка. Походи-ка. О-о-о-о. Пошел, пошел, пошел. Поймал. Сазан, дядь Сереж. Давай. Бобер. Поберут вообще каждый раз. Я точек занавлю. Это мелочевка какая, да, Паша? Угу. Недобро все это. Просто молоко. Не пускай. Как так, а? Ты, да. Это Леша. Снимаешь это? Да. Давай. Слушай, ну это почетный трофей. Лопата, да. На это. Последний. Может, сейчас пойдет правильно. Разматываем обратно. Ух ты. Зря мы парусный. Все, Паш, я тебе подарю подсачник хороший. Это только новый подсак подари. Ну а что он такой? Ты сам просил такой. Позвали. Ну что, почетно. Ух ты. Да. Да, в этот раз первый такой. Паша, эту палку хвала. Пойдешь выпускать палку. Красавец какой. Хрюк. Аж хрюк. А то давай. Давай, как Фадеев, должен поцеловать. Сейчас он как дернется, блин. Смотри, я тебя убью там. Нет, до садка не буду. Я воду учу, как даст ли. Как это в кино? Она мне как стебанула. Блин, попал или нет? Садок-то попал, не? Это он так? Гутанул. Москворец. Попал, попал. Че, может, еще посидим? Да ладно, что-то. Да ладно, сейчас начнем с рыбалкой. Да хватит. Еще приедем, что, еще месяц целый раз.